Ну что ж, шел 40-й день лета, и прячемся кто куда от этого холода. На улице холодно, и еще и временами моросит дождик. Такой вот не дождь, не полдождь, не пойми чего. Утром было 8 градусов, сейчас 10 градусов. Но думаю, что у многих такая погода, и я не буду, думаю, заниматься сейчас садом-огородом. Холодно, противно. Пришла заниматься своими пряными травами, которые заготавливаю для бани. У меня уже было в прошлом году видео такое. Ну, видео повторюшка, вдруг кто не видал. Количество подписчиков у меня растет, и я этому очень рада. Поэтому, ну, видео, наверное, для новых подписчиков, что это и зачем. Я из всяких пряных трав полезных составляю маленькие венички, которые потом завариваю в лейке металлической в бане, когда мы топим баню. Заливаю горячей водой и ставлю в парилку. И там трава настоится, получается такой травяной настой. Затем мы этот настой наливаем в воду, разбавляем, ну, примерно один стакан на таз с водой. Ну, мы, конечно, больше льем, там, литр. И купаем своих деток, внуков. И сами этой водой ополаскиваемся. Прекрасно это для волос, для лица, для тела. В общем-то, вот такие вот, можно сказать, аромалампы. Сейчас подвину. Посмотрите, что у меня здесь есть. Так, вчера вот это покрывало не просто так. Под ним тоже лечебное дело происходит. Там лежит иван-чай. Следующее видео будет об иван-чае. Сейчас он там постепенно вялится. Вчера только принесли, поэтому накрыт покрывалом. Ну а я пока, чтобы там еще процесс должен пойти до вечера, не терять время даром. Вот вчера в лесу нарвала вместе с иван-чаем зверобой. Чудесный зверобой, он цветет, да у меня и в саду есть. Там же в лесу нарвала иван-чай. Теперь что еще у меня? Иван-да-Мария, немножко клевера. Аптечная ромашка, которую я вам показывала в своем видео, аптекарский огород, она у меня растет в огороде, была специально посеяна. Вот так цветет змееголовник или турецкая мелисса. Очень вкусно пахнет и еще красиво цветет вот такими синенькими цветочками. Растет у меня вдоль забора чистотел. Затем лафант, тоже аромат. Черная смородина. Веточки и крапива. Вот сколько крапивы. И теперь я буду составлять такие композиции. Все эти травки благотворно влияют и на нервную систему, и на слизистую носа, глаз, которые мы будем промывать. Ну, как я сказала, на волосы и на красоту нашего лица. Вот так. Вот как я составляю. В перчатках, потому что работаю, потому что крапива. Ну вот, 2-3 веточки крапивы. Можно сюда иван-чай добавить. Тоже всего по 2-3 веточки. Зверобоя. Ромашка аптечная. Ромашка для блондинок. Кто блондинки, собирайте ромашку и полоскайте волосы. Блондинкам ромашка просто необходима, чтобы был еще более... Цвет такой золотистый, красивый придает ромашка. Веточка черной смородины. Ноготки. Прекрасный антисептик. Положим и такую красоту сюда. И чистотело. Чистотела много не надо. Это, конечно, очень хорошее растение, но оно ядовитое. Поэтому одну веточку, ну, вот две таких маленьких веточки, чистотела добавляю обязательно. Ну, что еще бы добавить сюда? Лафант я положила. Ну, еще крапивки добавлю. И еще... Так, хожу вокруг камеры. И еще добавлю вот. Вот примерно должен собраться вот такой вот веничек. Больше не надо. Ну, такой вот маленький, хорошенький веничек. Он красивый. Он будет висеть. И вот эти вот травки. И иван-чай, ромашка. Они... засохнут и тоже несут в себе и аромат в моем предбаннике, и такую эстетическую красоту русской деревенской бани. Теперь я связываю веревкой.
И делаю, потом я вам покажу, как я буду подвешивать, делаю петельку, чтобы просто дернуть, и этот веничек отвязался, потому что он сухой, чтобы он тоже не сорил сильно. Вот, ну правда же красиво? Красиво, ароматно, полезно. Ну и так буду сейчас дальше работать. Ну что, дорогие друзья, вот такая красота у меня получилась. Сейчас на пол все, потом буду прибираться. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Эх, 10-го не хватило.
Посмотрите, какая красота. И сейчас я пойду это все повешу в баню. И там они потихонечку будут сушиться. Всего мне надо от травы, которая сейчас в пору своего развития, до новой травы, то есть с октября по конец апреля, мне нужно 28 веничков. 9 я уже навязала. Это уже очень хорошо, потому что лето еще в разгаре. И не один раз пойду я в лес и все это приготовлю. Ну и вот так вот в бане это все у меня висит. Видите, я вот такой петелькой делаю, чтобы вот дернуть за этот хвостик, и венчик отпал. Вот прошлогодние сухие, тысячелистником, ну, различные травки. И видите, как это красиво. Все это будет сохнуть, очень будет ароматно. И вот они даже сохранят некоторые травы. Так, 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 фокус, фокус, фокус. Камеры, вот так. Сохранят, некоторые травы сохранят свой цвет. И рябины у меня здесь висят с прошлого года. И калины у меня висят с прошлого года. Вот, калина. Ну, в этом году можно и заменить на все свеженькое. Благо, калины будет много, и рябины в этом году тоже много. А вам всем спасибо за внимание. Вы были на канале у Светланы Лудисад. Всего всем доброго.